Здравствуйте, друзья! Сегодня 15 марта, день защиты потребителей. И главный защитник потребителей Андрей Воротников сегодня в областном суде. Он защищал ваши права, но его осудили по статье... 20.6.1. За что? За то, что я якобы находился в гипермаркете «Магнит» без маски. То есть... Человек, представляете, пришел защищать ваши права, нашел просрочку, они вызвали полицию, всячески ему препятствовали, и еще сотрудник полиции оформил на него протокол, а областной суд утвердил это решение. Все-таки решили на 3000 рублей вынести. На 3000 рублей при возможности штрафа до 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что там есть и предупреждение, но суд посчитал... За то, что боремся с просрочкой, оштрафовать меня на 3000 рублей. Ну вот так, ребята, смотрите, носите маску, но все равно вас даже могут вот так вот как бы вынудить, скажем так, и сфотографировать, а потом сказать, что это были вы и что вы были без маски.